Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy A23. И сейчас мы разберемся, как поменять язык клавиатуры на данном телефоне. Итак, мы переходим в любое приложение, где мы можем воспользоваться клавиатурой. И сейчас, чтобы поменять язык, нам достаточно вот такого глобуса. Но иногда бывает такое, что язык изначально один. И может быть такое, что вот просто будет вот как-то вот так. Никакого глобуса. Никак нельзя поменять язык, потому что он в принципе один. И для того, чтобы поменять его, нужно перейти в настройки. Открыть языки и типы, управление языками ввода, после чего поставить галочку на том языке, который мы хотим добавить. И только после этого мы сможем менять язык так, как хотим. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч!